Техническое описание кода неисправности OBD-2, цепь цепи датчика обогрева датчика NOx-1. Что это значит? Это общий диагностический код неисправности трансмиссии, DTS, который обычно применяется к автомобилям OBD-2, марки автомобилей могут включать, но не ограничиваются ими, Mercedes-Benz, Sprinter, VW, Audi, Ford, Dodge, Ram, Jeep и так далее. Датчики NOX, оксида азота, в основном используются для систем выбросов в дизельных двигателях, их основное назначение, обнаружение уровней NOX, выходящих из выхлопных газов после сжигания в камеры сгорания, затем система перерабатывает их, используя разные методы, учитывая суровую среду этих датчиков, они состоят из комбинации керамики и определенного типа диоксида циркония, одним из недостатков выброса NOx в атмосферу является то, что он может иногда вызывать смог и, или кислотный дождь, неспособность в достаточной степени контролировать и регулировать уровни NOx приведет к значительному воздействию на атмосферу вокруг нас и воздух, которым мы дышим, ИСМ, модуль управления двигателем, постоянно контролирует датчики NOx, чтобы обеспечить приемлемые уровни выбросов в выхлопных газах вашего автомобиля. Модуль управления двигателем ESM способен рассчитывать оксиды азота и диоксид азота NOx, используя данные, полученные от входных и выходных кислородных датчиков автомобиля в сочетании с показаниями датчиков NOx. ESM делает это, чтобы регулировать уровень NOx, выходящий из вашей выхлопной трубы по причинам выбросов в окружающую среду. Банк 1, упомянутый в этом коде неисправности, является банком двигателя, который содержит Держит цилиндр номер 1 P2208. Это код неисправности, идентифицированный как блок 1 цепи датчиков нагревателя датчика Nox, и это общая неисправность, которая была обнаружена модулем ESM в банке решетка 1, скорее всего, проблема связана с неправильным чтением NOX. Дизельные двигатели особенно выделяют значительное количество тепла, поэтому обязательно дайте системе остыть, прежде чем работать с любыми компонентами выхлопной системы. Пример датчика Nox в данном случае для автомобиля, Мобилей GM. Какова серьезность этого кода неисправности? Если коды неисправности игнорируются и что не было предпринято никаких действий по ремонту, это может привести к выходу из строя каталитического нейтрализатора, если симптомы и причины этих кодов неисправности оставить без присмотра, это может привести к дальнейшим осложнениям для вашего автомобиля, таким как постоянное торможение и снижение расхода топлива, если вы заметили какой-либо из возможных симптомов в списке ниже, настоятельно рекомендуется проверить его у специалиста, каковы некоторые из симптомов кода. Симптомы диагностического кода P2208 могут включать прерывистый остановки, Двигатель не запускается, когда тепло, снижение производительности двигателя. При ускорении может быть шипение, или колебании, двигатель может работать на бедной или богатой стороне только на берегу номер один, каковы некоторые из распространенных причин кода. Причины для этого кода датчика P2208 NOX могут включать, каталитический нейтрализатор неисправен, неправильная топливная смесь, датчик температуры охлаждающей жидкости неисправен, датчик давления воздуха в коллекторе неисправен, есть проблемы с датчиком массового притока воздуха, часть впрыска топлива неисправна, регулятор давления топлива сломан, были осечки зажигания, имеются утечки из выпускного коллектора, гибкого шланга, сливной трубы или какого-либо другого компонента в выхлопа, сломанные датчики кислорода, каковы некоторые шаги диагностики и устранения неполадок P2208. Первым шагом в процессе устранения неисправности и для любой неисправности является исследование технических бюллетеней TSB на предмет известных проблем с конкретным транспортным средством. Расширенные диагностические этапы становятся очень специфичными для транспортного средства и могут потребовать соответствующего современного оборудования и знаний для точной работы. Ниже приведены основные этапы, но обратитесь к руководству по ремонту для конкретного года, марки, модели, трансмиссии для конкретных этапов для вашего автомобиля, базовый шаг номер одним первым шагом всегда должно быть очистить коды и повторно сканировать автомобиль, если ни один из кодов неисправности, диагностический код неисправности, не появляется сразу же как активный, возьмите автомобиль на длительный многоэтапный тест-драйв, чтобы проверить, не появятся ли они снова, если ESM, модуль управления двигателем, повторно активирует только один из кодов, продолжите диагностику для этого конкретного, базовый шаг номер два далее следует проверить выхлоп, на наличие утечек, черная сажа вокруг трещины или прокладок системы является хорошим признаком утечки, это должно быть решено соответствующим образом, в большинстве случаев заменить прокладку выхлопного газа достаточно просто, полностью герметичный выхлоп является неотъемлемой частью датчиков, используемых в вашей выхлопной системе, основной шаг номер три, с помощью инфракрасного температурного пистолета вы можете контролировать температуру выхлопных газов, да и после каталитического нейтрализатора, затем вам нужно будет сравнить результаты со спецификациями производителя, поэтому обратитесь к конкретному руководству по обслуживанию. Для этого базовый шаг номер 4. Если температура каталитического нейтрализатора соответствует техническим характеристикам, обратите внимание на электрическую систему, связанную с этими датчиками. Начните с блока 1 жгута проводов и разъема датчика NOx. Часто эти жгуты имеют тенденцию трескаться и выходить из строя из-за непосредственной близости к экстремальным температурам выхлопных газовремонт любых поврежденных проводов путем пайки соединений и их термоусадки, также проверьте датчики кислорода, включенные в блок 1, чтобы убедиться, что они не повреждены, что потенциально может изменить показания NOx ниже по потоку, отремонтируйте любой разъем, не выполняя достаточных соединений или не блокируя должным образом эта статья предназначена исключительно для информации. Информационных целей и технические данные и сервисные бюллетени для вашего конкретного автомобиля всегда должны иметь приоритет.